Возвращаясь к этим процессам вокруг формулы мира, формулы Зеленского, мы всем, кто туда был приглашен, включая, как я уже сказал, ООНовцев, направили соответствующие оценки, соответствующие вопросы. Мы этого дела так не оставим. Работать нужно корректно и честно. И, кстати, не случайно информация об этой встрече 17 июля, встречах рабочих групп, она не попала ни в какие средства массовой информации, и она, мы узнали об этом по нашим каналам. Общие декларации от имени всех членов группы 20, в которой не будет отражена наша позиция, ее не будет, такой декларации не будет. Есть вариант работы, когда председательство, видя непримиримые разногласия по той или иной причине, в данном случае по причине капризов Запада, просто принимает, выпускает коммюнике председателя, который не обязывает ни одну страну ни к чему, что там написано. Это будет не очень хорошо, но это не наш выбор.